То, что ты ищешь, гораздо важнее, чем ты можешь себе представить. Друзья, всем привет! Еду на море. Время 4 утра. Решил, сегодня сгоняю, проверю пляж. У нас стоит жарище. Народ загорает. Думаю, за эти дни тут пару-тройку дней должны были что-нибудь потерять. Если, правда, успею. Может быть, меня уже кто-то опередил. Но надо сгонять. Так что так, увидимся на море. Всем привет, друзья! Наконец-то я доехал до моря. Время где-то сейчас 4:30. Так что сейчас начнем пробивать пляжик. Пошерстим. Походим, побродим, посмотрим, есть что, нет. Ну, подышим морским воздухом зато заодно. Если даже ничего и не будет, все равно приятно. Погода сейчас кайфовая с утра. Не жарко. В общем, просто комфортная температура. Тепло, не холодно, ветра нет сильного. Можно сказать, что вообще штиль. Так что начинаем. Что найду, покажу, расскажу. Не найду, тоже что-нибудь расскажу. Смотрим. А я погнал искать злато-серебро. Включаемся. И погнали. Пойдем собирать пробки. Да, я просто сейчас кайфово. С утра просто балденно. Не жарко, блин. Ветра нет. Народу нет. Конкурентов нет. Может, конкуренты были с вечера, блин. Вот что интересно. Пока сигналов нет. Ничего не пикнуло. Не пикнула даже никакая это. Никакой язычок еще. Ну ладно, еще только начало. Ладно, гуляем. Что найду, покажу. Двадцать один. Сейчас посмотрим, что у нас тут с раннего утра. Пробка? Нет. У нас тут первый монетосик, друзья, утренний. Один эйро. Лайк. Продолжаем. Продолжаем бродить, ходить.
Я надеюсь, он тут не один. Так, что-то у нас тут еще есть. Я уже вижу глазами. У нас еще тут 5 евроцентов. Так, ладно. Включусь, когда что-то будет. Что-то опять попалось. 18. Посмотрим. Так, колбаса. Колбаса, друзья. Дружок сидит. Да, дружок? Помогаешь мне? Ну, что-то есть подозрительное. Посмотрим. Либо пробка будет, либо какая-то хренотень. Опа, это у нас... Это у нас кнопка канцелярская. Так. Вот у нас какой-то трофей. Смотрите. Что это такое? Какой-то чемоданчик. Внутри. О, смотрите, блин, что внутри в чемоданчике. 2 цента. Ребенок какой-то, видно, потерял. Ладно, 2 центика мы заберем. А это самый чемоданчик пусть лежит. Пусть лежит чемоданчик дальше. Наверное, позавтракать. Так, сигнальчик, друзья, хороший. 21, 20. Тянет на еврик. Ну, минимум на евроценты. Ну да. Что у нас тут? 20 евроцентов. Отлично. Так, что нам тут Бог послал? А Бог послал нам сегодня клубничный йогурт с овсяной кашей. Ну что, попробуем? Довольно-таки неплохо. Угу. О. Ну вот какой-то сигнальчик напелся. 12-13. По-видимому, язычок, наверное. Не докопал. Или фольга будет, скорее всего. Скорее всего, фольга. Ну, и где? Что-то поднял. И что это? Что это у нас такое? А это, друзья, у нас... Одна копеечка СССР.
1971 год. Год моего рождения. Лайк. Вот не ожидал найти здесь такое. Хотя раньше, да, в этой стороне, куда я сейчас пошел, советы попадались часто. В последнее время что-то ничего не находилось. Ну что, вот так потихоньку контент и снимается. Такие вот у нас тут фигвамы. А на море полнейший штиль. Вот так вот. Шесть часов. Как раз пора пить таблеточку. Таблеточки. Ну, раз, два, три. А вы пока морем полюбуйтесь. Ну вот, друзья, дошел я до устья реки Гауя. Вот здесь впереди такой мыс. А вот там впереди впадает Гауя. Река впадает в море. Какие-то аномалии. А сигналов нет. Но здесь такое глухое место уже, как дикий пляж считается. Так что вот, пока так. Хожу, брожу, ни хрена не нахожу. Палатка там впереди стоит, кто-то спит. Могли бы потерять тут хоть что-то. Ну, пробки есть, пробки есть. А что кроме пробок? Кроме пробок больше ни хрена. Такие вот лежбища. Проверим, что в лежбище есть. Тишина. Что, надо держать, наверное, путь в обратную сторону. Палаточка впереди. Ну, сигнальчик какой-то попался. Посмотрим.
коробка. Зажигалка. Зажигалка крикет. Брожу уже 2,5 часа. Может, даже почти 3. Находок особо нет. Не густо, но нашел, конечно. Нащелкал монитосов. Но так сказать, чтобы особо было, не сказать никак. Надо было, в принципе, в другое, наверное, место ехать, где более людно, где постоянный приток людей. Здесь, конечно, тоже есть, но не так. Тут, в принципе, как дикий пляж такой. Еще поброжу часик, наверное, и все, буду закругляться. Солнце уже припаливает. Не могу. Шапка уже, он вся мокрая, козырек весь. Напитал пота. Так что так. Пойдем шукать дальше. Смотрите, какое народное творчество я нашел. Красавец такой лежит. Дракон. Игнатчик. 22-21. Так. Монитос, наверное. Монитос. Вот он родимый. Один эйро. Отличненько. Ты 18. Чистенькие 18. Ну где ты, родной? Блин, тут палка какая-то. А, блин. Какая-то, блин, от банки, наверное, алюминиевый, хренотень. Блин, хороший такой сигнал чистый был. Ну что, друзья, на этом сегодня все, наверное. Время 7:30, стало жарко. Я думаю, что пора отсюда валить. И народ уже начинает подтягиваться по находочкам. А по находочкам у нас сегодня так. 2 евро 37 евроцентов. Ну и все. Спасибо и на этом. Так что пока-пока. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Всем удачи. Я поехал до дома. Спать. Я не богат, червонцу рад. Мне нужен клад. Ах, нет, а клад.